Завременила по следам чтения Клода Романа. Оборачиваюсь в недавнее прошлое, включаю память, и она прожектором освещает мое настоящее и расширяющееся в зримую бесконечность будущее. Стараюсь разглядеть другое, да недавнее прошлое, которое иным прожектором рисовало тоннель моего настоящего, предвосхищая его черты, пусть и не полностью совпадающие по факту. События нашей встречи, ставшие водоразделом недавнего и до недавнего прошлого. Новым прожектором времени завременило наш новый мир и нас в нем. Не знаю, как тебя, но для себя я точно вижу теперь иную временность, включенную тогда, мгновенно отменившую весь прежний свет собрата своего прожектора и прожектера. Сценарий будущего был засвечен тогда и стал безвиден в этом свете ослепящим. Он носился в облаках, они ж клубились, играя радугой и силой, лишь намекая, что творится новое здесь нечто. Так это время прокладывало новые пути в пространстве себе и для себя, тебе, не мне и для меня, но, может быть, тебе. И для меня, но, может быть, тебе и для тебя, завременила.